Люди устали уже просто карантиниться, все идут на пляж. Четырнадцатое июня, 6 часов вечера. Пляж Ривьера. Пляж Мандарин в Адлере просто отдыхает по сравнению с пляжем Ривьера. Все просто супер современное, даже спасательная вышка. Весь пляж оборудован вот такими дорожками. Спасательная вышка. Кабинки для переодевания около 10 штук. Шезлонги, зонты, массаж, что угодно. Пойдем посмотрим еще на центральную набережную. А это пляж Мандарин. Что сегодня у нас здесь? Полное кафе, почти. Волейбол на закате. Кто смотрел предыдущие видео, вчера, позавчера, может и сам убедиться в том, что с каждым днем людей все больше и больше, люди прибывают. В очередной раз напоминаю, что с 12 числа сняли ограничения на перемещение внутри Краснодарского края, по Сочи тем более. Ограничения временные тоже были уже давно отменены. Также разрешили открыться гостиницам и мини-отелям, если их номерной фонд не больше 50. С 6 числа разрешили открыться набережным, пляжем, кафе, баром, рестораном с летними террасами. Ограничений никаких нет. Масочный режим вроде бы как есть, но с масок никто не ходит. Если информация для вас была полезна и интересна, то подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!